Первую победу в новом сезоне «Лион» второй лиги дивизиона «Б» добыл ФК «Севастополь». 20 апреля наша команда на своем поле принимала «Легион» Махачкала. В статусе фаворита к этой встрече подходил дагестанский клуб, который в трех стартовых матчах турнира добыл 3 победы. Но мячом и, как следствие, инициативой больше владел «Севастополь». Кроме дальнего удара по воротам хозяев, игроки «Легиона» по сути ничего создать не смогли. Наши ребята, они часто, когда такая футбольная атмосфера, что ли, бывает, когда зрители, такой футбольный город, честно, наверное, здесь на самом деле люди болеют хорошо. У нас всегда возникает вот эта нервозность. А когда нервозность возникает, футбола становится чуть меньше, начинаются непонятные, ненужные ошибки, непонятно принятие решений какие-то, да, у нас были у нападающих, непонятно принятые решения у полузащитников. Очень много мы себе там набедокурили в обороне. Очень много непонятных каких-то действий, вообще не таких алогичных, так скажем. Да. Опасность от Севастополя в основном исходила после штрафных и угловых. На данном этапе сегодня, к сожалению, у нас голевые моменты создавались только после стандартных положений. Нам нужно острее работать в последней трети. Но с этим сегодня были сложности. Я скажу почему. Потому что соперник, я так по ходу игры увидел, что стратегия их была игра от обороны и на контратаках. А позиционная атака – это одна из самых сложных элементов в футболе, где нужно мастерство включать и, скажем так, быстроту принятия решений. Поэтому было сложно вскрывать глубокую оборону соперника. В самом начале второго тайма севастопольцы упустили шикарную возможность повести в счете, не реализовав выход 1-1. После этого в действиях обеих команд пропала острота. Казалось, что матч медленно, но уверенно движется к нулевой ничьей, но трибуны требовали от хозяев победы, и они ее добились. Защитник Валерий Ганус на последней минуте матча оказался на позиции центрального нападающего и вколотил мяч в сетку ворот противника. Видно было, тяжелая игра, ну, соперник, я не знаю, я не ожидал, все подсели в защиту, приходилось скрывать как-то. Были много моментов, да, ну, как говорится, получилось, как получилось, выиграли, спасибо всем. После этой победы наших футболистов ожидают 2 выездных матча подряд. С еще одним дагестанским клубом победы из Хасавюрта севастопольцы сыграют 24 апреля, а 27-го в Черкесске выйдут на поле стадиона «Нарт» против одноименной команды, дебютанта второй лиги. Мы впервые в таком графике будем играть. Это получается на третий день, если, ну, так сейчас не посчитаю, но у нас получается суббота, среда, суббота. То есть промежуток маленький, и где понадобится нам вся обойма, возможно, будет ротация. То есть мы в дороге будем длительное время. Поэтому сам тренировочный процесс – это будет фаза восстановления.